Продолжается реконструкция водозаборного узла на улице поселок Калинина. Масштабные работы, которые проводятся при поддержке правительства Московской области, стартовали в прошлом году. И уже этой осенью более 17 тысяч жителей почувствуют разницу в качестве воды. Наш корреспондент расскажет все подробнее. Сегодня водозаборный узел на улице поселок Калинина – большая строительная площадка. На объекте трудится около 30 человек и 2 единицы спецтехники. Уже произведен демонтаж фильтрационного зала и водонапорной башни. Позади арматурные работы по усилению фундамента и монтаж металлоконструкций. Проводится работа капитального характера, идет полная реконструкция водозаборного узла, расположенного на поселке Калинина. Заменой всего насосного оборудования, установкой фильтров, установкой обратного осмоса, заменой насосного оборудования, ремонтом резервуаров чистой воды. В сутки этот объект, построенный 50 лет назад, подавал 5000 кубических метров воды. После капитального ремонта объем увеличится и составит около 7500 кубов. Это ВЗУ обслуживает порядка 17 тысяч жителей. Конечно же, объект очень важен. Построен он был в 1974 году. С тех пор никакой реконструкции не было. Мы и обеспечим перспективу развития города, и, соответственно, более качественная вода будет приходить нашим жителям. Во время проведения реконструкции жители получают воду из резервных трубопроводов. Но уже к октябрю этого года обновленный ВЗУ вновь заработает в полную мощность. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.